Рыболовная база «Рыбачий хутор» находится на цветущем острове. Приятно после пыльных дорог попасть в маленький цветущий рай. Я Цемлянский Анатолий Иванович, являюсь директором базы «Рыбачий хутор». Анатолий Иванович, скажите, пожалуйста, вообще база, она давно уже стоит? Когда ее построили? Да, ее построили в 2002 году. Угу. Вот, 8-й год ей. А рыбаки приезжают, любят базу? У вас они, как бы, рыбаки, вот с какой у вас сезон вообще? Есть сезонность? С марта там по декабрь или как у вас? Постоянные гости, которые определились уже с выбором, вот, и ездят к нам по 2-3-4 раза в год. Анатолий Иванович, я у вас на базе первый раз. Вот, давайте мы с вами походим, и вы мне покажите, что у вас есть, и поговорим, и расскажете, да? Давайте. С удовольствием. Пойдемте. Это вот так в казачьем селе были плетни, да, от дома к дому, да? Да. Отгораживали одно хозяйство от другого. Видите, угу, как просто было. Не городили заборов. Да. Скажите, а из чего он плетется, вот такой забор? Да. У нас, говорят, хворост, лоза такая. Лоза? Да. Антон Иванович, а это у вас вот боевой ваш флот стоит, на, да, котором... Да. Здесь у нас бухта закрытая. Угу. Вот. Выезд туда налево. Это наш флот. Угу. Абсолютно разный, начиная с бударок, 10-15 сил, кончая катерами с 250 сильных моторов. Все, братцы, пока! Мы пошли на подводную охоту. Пожелайте нам удачи. Не на всех рыболовных базах есть такая дружная подводно-охотничья команда, как на базе «Рыбачий хутор». Здесь все егеря – подводные охотники. И это очень приятно. Надо показывать направление, да? Да, направление, точка, где я охотился, где, ну, вероятное скопление рыбы. Ага. Вот я выбиваю точку, и вот он показывает расстояние до точки и направление. За этим полком там проход есть, там он кормился, и вот здесь вот начистил. Прям на чистом иди, по мутняку смотри, где мутняк, там кормят. А я пойду туда. С егерями рыболовной базы «Рыбачий хутор» мы нашли воду на раскатах. Ну вот о такой воде может, конечно, мечтать каждый подводный охотник. А сейчас на раскатах не глубоко, сейчас пошел ветер моряна, вода будет подниматься. Ну а пока так, метр-20, с учетом того, что охотник встает на ноги и уходит немножко в ил, ну где-то по грудь. Мы вышли на раскатную часть, находимся на акваториях рыболовной базы «Рыбачий хутор», и я вместе с командой егерей, со старшим егерем Анатолием, с егерем Сережей и Лешей вышел на раскаты, но, к сожалению, немножко застудил спину, да, и вот не смогу сегодня нырять, вот, но ничего страшного, посмотрим, как ныряют ребята, вот, люди, они опытные, я надеюсь, что они возьмут сегодня трофей, и мы вам обязательно покажем.
42-й год, шикарно, слушай. Здравствуйте, я старший егерь базы «Рыбачий хутор». Мы вот выехали сейчас с базы на раскатную часть. Вот наша база. Мы прошли по сносному каналу через Даманский. Находимся приблизительно вот здесь. Вода чистая, попытаемся сейчас пострелять здесь сазан и соми. Вот один егерь будет плавать здесь, места кормежки сазана. То есть он будет стрелять по мути. Увидел муть, значит кормится сазан, продвигается против течения. Uh-huh. Видит сазана, бьет. А я буду плавать вон в тех колках, буду стараться под крышами стрелять сама. Если у нас здесь что-то не получится, мы тогда передвигаемся вот здесь раскатной частью, вот отсюда, передвигаемся на слияние с Гондуринским каналом. Uh-huh. Там возле канала хороший прозрак и глубина побольше. Сейчас здесь не слишком глубоко, потому что 4 дня подряд шел сгонный ветер северный. Угу. Воду согнало. Но сегодня вот задуло моряна. Я думаю, что завтра, сегодня, после обеда уже уровень воды поднимется сантиметров на 20-30. Давай, Сережа, удачи тебе! Да, давай, как что-то будет, кричи! С трофеем подъедем, поснимаем! Лех, вон на тот угол. Да. Отчаль сразу, пожалуйста. Анатолий опытный охотник. Он пошел искать сама под тростниковыми крышами. Пока на внутренних озерцах Камышовых островов попадалась некрупная щучка. Самов Анатолий брал за 50-60 килограммов и более. Но сегодня, как повезет, встретит он своего сама или нет, это зависит от рыбацкой удачи. Карася то много, то мало. Когда вы попадаете на большую стаю, то главное не шуметь, а выбрать карасика пожирнее и не спеша нажать курок. Хорошая морда. Ну, начало положено. Сейчас пойдем дальше. Внутри тростниковых островов Анатолий искал своего сама, а нашел кормящегося сазана. Здесь главное не торопиться, не стрелять первого попавшего. Может, следом за ним на вас выйдет хороший трофейный сазан. Ну что, Толь, нашел, да? Там на середине сидит. Много? Ну, я видел двух. Одного я проворонил. Я, честно говоря, не думал, что это там сазан будет. И посмотрю, муть впереди пошла. Думал, может, щука. В самой середине, да? Ну, от края колка туда внутрь где-то метров 10-12. Угу. А второго уже смотрю, ну там кормится внутри. Ага. Смотрю, муть. Выше поднимаюсь, а вот помутил, и дальше встал и стоит. Угу. С двух сторон бери, с двух сторон стрелу бери. Или так. Или перекушаться будет, вот так, бери его, да и все, вот, снизу. Ближе к нему, еще.